водителю внедорожника, несмотря на неоднократные требования инспекторов ДПС об остановке транспортного средства, продолжал движение, создавая реальную угрозу для жизни и здоровья других участников дорожного движения. Более того, используя преимущество мощности своего автомобиля, он то набирал скорость, уходя от преследования, то притормаживал, провоцируя столкновение с патрульным автомобилем. После того, как инспектором был произведен предупредительный выстрел в воздух, водитель внедорожника не остановился, в результате чего сотрудниками ДПС, согласно закону о полиции, было применено табельное оружие. В результате этого на 208 километре автодороги Тамбов-Саратов данный нарушитель был задержан. Пальцев держать надо, да? Водитель транспортного средства привлечен к административной ответственности по статьям 12.8 часть 3, 12.7 часть 1, 12.5 часть 3 прим. 1, а также 12.25 часть 2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Брат собственника транспортного средства привлечен к административной ответственности по статье 19.3. Кроме того, в настоящее время решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по статьям 318 и 319 Уголовного кодекса Российской Федерации. Действия сотрудников полиции признаны правомерными.